Вот ко мне опять Кристиночка пришла. Hello, Кристина, how are you? I'm fine. Thank you. Да, вот Кристине я вручаю торжественно лечебный чай. Все, она будет у меня здоровая девочка. Она мне вручает торжественно рулет. Сейчас мы этот рулет быстренько с чаем. Уже чайник готов, уже вот он. Пока я делаю проект. Так что, девочки, это все свеженькое, это все сегодня. Прошу любить и жаловать. Вот что значит спорт, девочки. Вот смотрите, Кристине 40 лет. Посмотрите, вот она, девочка. Вот так вот, девчонки, надо заниматься спортом. Она у нас спортсменка, теннисистка, вы уже знаете. Кристиночка, что тут вот я хотела... Это малахит, да? Да. Такой красивый малахит. Ой, обожаю такие вещи. А вот это вот Олежек сделал сегодня. Еще никто не одевал. Кристиночка первая уже... Одела, молодец, умничка. Вот, девочки, смотрите, ни морщинок, ничего. Она занимается спортом, она образ жизни такой ведет, очень-очень активный. И молодец, и всегда жизнерадостная, она всегда улыбается. И, кстати, она у себя, она живет, у нее однокомнатная квартира, но, как это называется, семейного типа, да? Ну, еще пока нет, еще пока не семейный. Ну, вот что-то такое, там у них типа общежитие, но у нее однокомнатное. И вот она не разрешает ни курить, ни бухать им там, ни материться. И поэтому, конечно, у нее там с ними проблемы, она с ними войну ведет. Ну, правильно делает. Вот, потому что курильщик, кто курит рядом другой человек, кто-то пассивный курильщик уже, и она не хочет пассивно курить. Тот, кто курит при других, тот не уважает прежде всего вот тех, с кем он рядом находится. И себя тоже не важно. Ну, себя ладно, а вот когда окружающих травят, это, конечно, ужас. Вот у нее цвет лица, вот смотрите. Вот смотрите, вот казалось бы, 40 лет. Вот вам 40 лет можно и без морщин, и худенькая, и отлично. И все. Это вот кто там думает, что и как. Он, смотрите, супер, смотри, вот, вот. Вот мы такие девчонки общаемся. Вот, живота, вон, смотрите. Вон, бомба. Вон, круто, молодец, Кристиночка, супер. Понимаешь, вот почему я, вот она говорит, я стесняюсь, я не хочу. Я ее заставила сниматься. Потому что я говорю, Кристина, люди, мы их подстегиваем, Кристин. Они хотят тоже жить активно. Они хотят в полной мере, вот как мы с тобой, дышать этим воздухом и наслаждаться. А не существовать, потому что очень многие существуют и думают, что так и надо. Вот как надо, вот так надо. Вот так надо. Так что руки засучили, рукава и вперед из песни. Я вас всех люблю, целую. Советую, чтобы... Сейчас. Вот, девочки, советую, вот сейчас даю Кристине читать книжку, вот эту Пенни, роман на основе биографии. Это не книжка, это просто чудо. Вот потом послушаем, когда Кристина еще ко мне придет, ее отзыв. Вот что она скажет. Мне просто интересно, когда она прочитает, что она скажет. Кристиночка обязательно прочитает. На одном дыхании читается.